Короче говоря, последний звонок на карантине. Рано утром, ну как рано, в 9:45, меня разбудила мама и сказала, что нужно скорее собираться на последний звонок. Спросонья, я удивилась, какой последний звонок может быть на домашнем обучении в карантин? Мама сказала, что будет онлайн через прямую трансляцию в Ютубе. И что в пижаме не прокатит, нужно одеваться торжественно. Я торжественно оделась, расчесалась, собака тоже решила поприсутствовать. Мама вспомнила, что, как правило, на последний звонок приходят с букетами цветов. Ну, в этом же году не все как обычно, той букет мы взяли тот, который первый попался под руку. Но, как вы поняли, не совсем обычный. Но линейка хоть необычная, но началась как обычно. С поздравительных речей администрации и учителей. Больше всего нам понравился танец выпускников и последний звонок на горе. После последнего урока мы приготовили пирог, помыли овощи и клубнику, взяли мясо на шашлык и погнали на пикник. Ию, я такая рифмоплетная. А кто тоже любит пикники, ставьте лайк. И пришло время осуществлять мои мечты последних 2 недель школы. Почему-то мне очень захотелось спалить свои старые тетрадки, и не только мне. Хорошо, что у нас пикник под крышей, так как через полчаса пошел праздничный дождик. А возможно, это небо плачет от радости, что впереди летние каникулы. Пока готовился шашлык, мы переждали дождь и решили размяться в Майнкрафте. Ну а шашлык вообще задал папе огонька. Короче, жарю шашлык. Ну, угли как угли, красиво, все хорошо. Шашлык вот подпекается, но не критично. Кладем. Кладем. Все вроде бы нормально. Все хорошо, спокойно. Начинают загораться огоньки. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Четвертый пошел. Пятый пошел. И капец, сейчас у меня шашлык сгорит. У меня еще такого не было. Это впервые такое. Полыхалово. А теперь фокус-фокус. Берем, снимаем. Оп. Чик. И как будто ничего не было. Выключили. Все, огонь выключили. Еще разочек. Первый пошел, второй пошел, третий пошел, четвертый пошел. Ты дыш, короче, камин. Вскоре нам повезло, и дождь очень быстро закончился. Ну, почти. Это нас не остановило поехать на великах к озеру. По травичке классно. Мы сейчас будем ехать по лесам, по полям и выйдем на красивую кафешку якобы. О, тут сейчас хорошо в деревне. Я помню, как мы поднимались, у нас колени болели. У нас все болело. У нас все болело. Я вот смотрела недавно в парке, как люди катаются на великах. Я смотрела и смотрю, блин, как это страшно выглядит. Особенно, когда разгоняются. Сами гоняем. Тем временем мы. Да нормально едем. Я еду, меня трясет, я еду. Вот тут хорошо ехать. И... Нормально. Смотри, там лес. Как тебе слово себе? Вот там и озеро. Хорошо. Да? Да. Мы же поехали. Это оно. Может быть, но там не стремится. А ну поехали. Нет, там не проедешь. А вдруг проеду? Ну ладно, поехали. Морская черепашка по имени Наташка с очками из кита. Такая вот крутая. Смотри, тачечка. Курочка, снимай курочку. Курочка. А, стоп, стоп. Курочки переходим. Все. У меня уже кроссовки превратились. Непонятно что. Да. Курица, ты что ходишь кругами? Она с нами едет, видишь? Поехали, курочка, давай. Курочка с нами. Чем мы занимаемся? Курочка с нами. Все, она нас кинула. Смотри, какой-то драндулет едет. Коза, снимай. О, коза, дви. Не факт, что мы сегодня доедем, но я на это очень надеюсь. Смотри, речка. Речка, я сказала. Вот-та-та-та-та. Нет, я врезалась.
Машина едет далеко от нас. Я это только что сняла. Ой, я чуть тебя не резалась. Так, давай поосторожнее. Знаешь, тут я такая подъезжаю к твоему колесу, это надо туру. Нам сюда! Смотри! Мы приехали! Я сняла камеру со лба. Но у него морешка тут. Морешка. Знаете, почему морешка? Потому что вот я прям буду тыкать вот так в камеру. Потому что вот эта штука у меня была как бы на лбу. Как морешка. О, да, как морешка была. Красота. Ну, мне вообще нравится. Видите, моя прекрасная прическа. Это специально ради того, чтобы снять этот видос. Не знаю, насколько он классно получился. Возможно, он вообще не получился. Нет, он получился. Мы так долго сюда ехали. Я знаю пароль. Мы же 12 минут ехали. Я верю. Ориентир. Ну, короче, очень красиво. Вот это вот называется «Хорошо провели последний звонок». О! Вообще классно. Особенно мой лоб. Особенно мой лоб. Вообще, зачем? Фоточка Инстаграм. Дианин лоб. Катались мы где-то час и очень проголодались. Покушали шашлык, а на десерт вкусный тортик. Ну а как же последний звонок и без танцев? Короче говоря, желаю всем самых лучших летних каникул.